Уже не первый раз спортивный объект в СМПО «Комплекс Мельничная» предоставил лыжные трассы для проведения первого этапа всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». На муниципальном этапе участвовали сильнейшие лыжники школ Верхней Салды. У линии старта выстроилось более 100 юных спортсменов в возрасте от 11 до 14 лет. Все они соревновались в индивидуальной гонке на 1,2 километра и в командных лыжных эстафетах. Уже на середине пути силы покидают, а дыхание сбивается. И вот, казалось бы, все, бороться нет сил. Но у спортсменов открывается второе дыхание. Шаг становится быстрее и увереннее. Было страшно. И сзади меня бежала девочка. Она уже изо всех сил рвалась. Я думала, она меня обгонит. А потом мне папа сказал, давай изо всех сил, потом на финише обгонишь. И я взяла силы и пришла первая. Очень сложно ехать, особенно когда ты уже разогнался, а потом, когда надо вверх подниматься, там очень тяжело. Лучшие результаты среди девушек показали ученицы школы номер 14. Алина Петренко стала обладательницей золотой медали. Серебряным призером была признана Ольга Шульгина. Бронзу заработала Полина Аксенова, ученица пушкинской школы. Плохо, устала. Среди юношей отличились ученики школы номер 3. Первое место занял Влад Корягин, второе – Александр Панкратов, третье место – у Кирилла Каратаева, ученика школы номер 17. Все, кто вышел на старт, уже победители. Не исключено, что лыжники-новички полюбят этот вид спорта и займутся им серьезно.